Всем привет, с вами StivePro, и сегодня я покажу модный фейерверк для Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода в нашем мире появляется аж 4 целых фейерверка, ну и каждый фейерверк разный по-своему. Вот первый фейерверк дает нам как бы, 10 в высоту, вот так он низко будет у нас стрелять. Если мы возьмем, к примеру, второй уже фейерверк, он будет стрелять еще выше. Где-то примерно в 2 раза. Вот как видите, уже довольно высоко. Но здесь есть еще высокие. Так, давайте теперь попробуем третий фейерверк. Уже X3. И как видите, это уже почти предел. Но это не предел. Есть еще выше, да. Еще выше. Где нам уже придется маленько подлетать. Так, вот как видите, фейерверка нет, я бегаю, но чтобы он появился, нам понадобится подлететь вверх. И последний фейерверк, он просто как бы взрывает определенную площадь в Майнкрафте. Давайте еще раз запустим этот фейерверк. Так, у меня походу он запустился там, и он как-то каким-то способом ломает бедро. Я не пойму, как это происходит, но вот... Давайте запустим его еще раз и посмотрим наверх. Ну, выглядит это все очень прикольно. Так что скачивайте мод и оценивайте сами. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.